Сейчас на этой контейнерной площадке довольно чисто, но, по словам активистов, еще вчера здесь были завалы крупногабаритного мусора. В ходе рейда с сотрудниками полиции, депутатами округа и Аднтехнадзором выяснили, эта территория рассчитана на несколько близлежащих домов, и баки стоят в соответствии с нормативами. Но мусор свозят чуть ли не со всей округи. 50% жителей за те 3 часа, которые мы находились на контейнерной площадке, это были именно люди, управляющие компанией «Лесной городок». Побеседовав с жителями, они не знали о том, что, например, эта контейнерная площадка принадлежит определенному дому. Они не знали, что они не могут туда выносить мусор. Компания «Лесной городок» заключила договор с русским рекоператором не по нормативу, а по факту накопления, и жители якобы в курсе. Вот только рейд показал, что людей не оповестили. Подъездные мусоропроводы попросту не проходят крупногабаритные отходы. Жители везут их на эту контейнерную площадку. Учитывая, что лето, сезон ремонтов, таких отходов много, и в 2 8-кубовых контейнера они не помещаются. Отсюда завалы на территории, а это недопустимо. Выявили и еще одного нарушителя. Буквально через дорогу находится торговый центр «Орешек», у которого заключен фиктивный договор, говорю это со всей ответственностью, потому что проверили вместе его с администрацией. И норма накопления у них 4 куба в месяц, хотя площадь данного торгового центра более 3000 квадратных метров. Вот представьте, какие уже существуют нарушения. Если вы увидели таких нарушителей, необходимо срочно обратиться к участковому, который должен установить личность. За несанкционированный выброс мусора полагаются штрафы. Для физлиц – от 5000 рублей, а для юридических – от 300 тысяч. Елена Морозова, Денис Харламов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».